Всем привет, с вами я, Алена. Сегодня хочу заглянуть в магазин Домаркет, посмотреть на первые весенние новинки, распродажи, акции. И, конечно же, беру вас с собой. Это Реутов, торговый центр Реутов Парк. У этого магазина есть интернет-магазин. Если вам что-то понравилось, сможете там для себя заказать. Новинка — очень красивые шкатулки с объемными цветами, с объемным декором. Вот это побольше размером. И с зеркалом. Два цвета. Нет, три цвета. Три цвета, да. Вот такие круглые тоже три цвета. 2790. Такие тоже в трех цветах. Очень много шкатулок в этот раз. Такая яркая красная. Еще в зеленом цвете. Большая. Много тут всего поместится. Вот такая бархатная еще есть шкатулка. Большой выбор. Но и это еще не все. Еще вот такой. И еще есть один стенд со шкатулками. Здесь распродажа. А вот это идет уже без распродажи. Маленькие вот такие шкатулки. На кнопочке. Бархатные. Три цвета. И четвертая по такой же цене. Вот такая шкатулка. Тоже малышка. Здесь два цвета, еще в голубом. И вот такое наполнение. $2,190. Еще покажу вам, какие есть варианты шкатулок. Такая мне понравилась, как чемоданчик. Вот оно, наполнение. Без зеркала. Это вынимается. Здесь получается три цвета. Вот такие тоже в трех цветах шкатулки. И вот такие еще есть весенние. К 8 марта, по-моему, идеальный подарок. Я была бы очень рада. Сдалека уже заметила вот эти свечи ароматические в стеклянной банке. Лаванда и ромашка. 900 рублей. Нежный тонкий аромат, два фитиля и в составе 20% масла ши. Есть диффузоры, стоят они 800 рублей. Здесь 100 миллилитров, 6 штук, 6 палочек. И вот такие свечи по 400 рублей, это распродажа. Здесь тоже в составе 20% масла ши. И также с этим ароматом есть и большие свечи по 900 рублей. Есть еще вот такой аромат с жасмином. Здесь тоже уже идет распродажа. Но большие вот эти свечи без распродажи. Вот такой аромат. Хлопок. Ну и пакетики внизу подарочные, очень симпатичные. Повыше есть еще вот такие варианты свечей. 300 рублей. Здесь пальмовый воск 20%. Остальное, конечно, парафин. Диффузоры по 600 рублей. Такой вот вариант.
Жасмин, опять же. Ну, тут можно заглянуть. Аромат легкий, тонкий. Не химозный. Такой-то еще есть вариант. Апельсин, грейпфрут. Но это еще не все. Вот такие ароматы. Здесь аж 150 уже миллилитров для дома. Английский персик и фрезия. И свечи, посмотрите, какие красивые, с бантами. 649 рублей. Здесь уже сильный такой приятный аромат. Мне кажется, вот они, как вот те свечи, которые я в фамилии купила. То есть, если их поджечь, действительно будет запах в комнате стоять очень приятный. Еще вот такой вот вариант. Ну, конечно, и такие свечи тут тоже есть. Покажу, какие еще есть варианты ароматов. Свечи тоже такие же есть. Стильные и классные. Так, есть еще вот такие из предыдущей истории. Здесь уже без распродажи, это новинка. Бергамот. Сандаловое дерево, жасмин. И вот такой еще вариант. Маленькая стеклянная вазочка. 200 рублей. Вот такая вазочка. 750. Ой, какая малышка. Толстая, какое донышко. Классная вазочка. 329 рублей. Мне вот это нравится, квадратная. Выбор, конечно, здесь шикарный. Вазы хорошие такие. Здесь совсем уже дорогие. Тоже вот какие нежные, красивые вазочки. Фарфоровые. 447 рублей акционная цена. Покажу, что еще есть. Вот эти тоже интересные. А здесь есть вот такие подставки под горячие, наподобие тех, что в фикс-прайс продаются. Только поменьше размером. И цена уже немножко другая. Вообще подставок очень много. Есть даже вот такие. 279 рублей. Распродают вазы с крышкой на ножке, которые 900 рублей. Вот такие без ножки 700. А здесь пока без распродажи. Какая конфетница огромная, красивая. 1400. Тяжелая крышка. И вот такая поменьше. 700 рублей. Кружки с конфетти. Новинка. Видите, какая яркая. Ой, тут сердечко будет на 3, да. 429 рублей.
Тут тоже сердечко. Вот такие по 400 рублей. В предыдущем обзоре показывала вам новые масленки. Такие замечательные, фарфоровые, большие. Здесь прям очень много масла. Здесь прям очень много масла поместится. И сейчас уже на них акция. И хотела вам оставить свой отзыв вот на эти полотенца. Я брала комплект, правда, была акция, подешевле брала. Такие замечательные полотенца, они очень много воды впитывают. Просто шикарные, для кухни идеальные. Поэтому с удовольствием вам их рекомендую и сама, может быть, еще прикуплю, когда будет на них акция. И вообще здесь вариантов много подобных полотенец, например, вот такие. Я думаю, они все отличного качества, цена оправдана. Но я буду ждать акцию. А здесь еще, смотрите, кувшин появился. Новинка, литр 400, 1120 рублей, без рубля. Что-то распродают. Вот такой небольшой обзор из магазина Домаркет мы с вами посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте о лайках, берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока-пока.